Дадаметова Дилорама Марджановна, начальник отдела маркетинга предприятия «Осборон Текстиль». Наше предприятие – одно из ведущих предприятий в Узбекистане. Мы производим 100% кольцепрядельную компактную пряжу, крашеную из 100% хлопка, 100% модала, 100% бамбука, также смесовые пряжи. И также мы производим меланжевую пряжу из 100% хлопка и меланжевую пряжу смесовую. Также наше предприятие производит трикотажные полотна различного типа, махровые ткани и готовые махровые изделия. Мы ежегодно участвуем на выставках, в том числе IT-выставки текстильные. Ожидаем большой поток посетителей и ожидаем хороших результатов от выставки. Большое спасибо, благодарим организаторов выставки IT. Спасибо огромное. Добрый день, я представляю компанию «Седат Трико Ташкент», иностранное предприятие, созданное в Узбекистане в 2006 году, которое в 2015 году создало совместное предприятие «Ариана Янс Текстиль». Компания «Седат Трико Ташкент» занимается производством текстильных аксессуаров, готовых вязаных трикотажных изделий, а компания «Ариана Янс Текстиль» – производство акриловой пряжи. Мы практически каждый раз участвуем с момента своего основания в выставке, проводимых компанией IT. В этом году, мне кажется, организация довольно удачная, и надеемся, что будет польза от нашего участия как одной, так и другой нашей компании в этой выставке.